момента грандиозной победы Озона 671, сука, в серии самых зрелищных боев на Ютубе. А со всеми лепетушками справился Озон. Илья Мэдисон, его заклятый враг, до сих пор не принял вызова на бой. Да, Илья Мэдисон продолжает поражать. Многие говорят, что Озон хотел поднабрать форму перед поединком, но это сплошное вранье. Весь год Озон парился в кукольник, снимался в порно и бухал. При первой встрече Мэдисона и Озона, увидев лик короля сияющий, он испугался, запаниковал и убежал. Но положение дел сейчас изменилось. Мэдисон сидит где-то очкует у себя на Твиче, Озон с какого-то ляда, кто это вообще сказал, расположился в топах Ютуба, а Хованский сидит за рекламу биткоина. Пирамиды и казино. Слава богу. Но это ненадолго, так как Хованский гангстер, и он являлся главным в схеме российской рекламы казино, биткоинов и пирамид. Без него хозяева этих бизнесов терпят убытки. И, естественно, они вытаскивают юрца, и он скоро выходит. Но время новостей закончилось. Я предлагаю вам не переключать канал ни в коем случае, потому что сейчас начнутся танцы с видеоблогерами. Ух, блять, не магия. Кемерские быдлодои, блять, а? Сука, блять. Вообще никакого нахуй уважения к Озону, блять. Алло! Алло, Озон, здорово, как жизнь? Слушай, у меня тут Тим Кук на второй линии. Хочешь, чтобы ты стал амбассадором Apple? Сможешь сделать им рекламу? Ёб твою мать, ну конечно же, блядь, сделаем. Завтра же нахуй стрим с Диксом, блядь, будет. Да-да-да-да, отлично. А ты помнишь, что у тебя сегодня пресс-конференция? Блядь, конечно помню. Я уже, блядь, еду в Озон мобиле, блядь, на всех скоростях нахуй. А может, ты сейчас подумал в трусах рассказываешь? Бля, все, отъебись, Лук, я же сказал, блядь, все, я уже буду, минуту, да. Дай мне минуту, блядь. Андрюшка, как дела? Какие планы? О, у меня сегодня самое. Пресс-конференция будет, очень важная. Мэдисона вызываю на бой, бля. Пресс-конференция? Я буду очень скучать без твоего зонтика. Я тоже буду скучать без своей печенюшки. Ну, ты меня дождешься только обязательно, бля. Потому что после пресс-конференции я хочу, так сказать, озонодром устроить. Ладно, давай, удачи. Блять, сука! Зон 671 Games? Я, нахуй. Я вас с 2006 года на мейле еще смотрю. Я президент вашего клуба ВКонтакте. Озон Фан. Слышал я такой? Ну да, что-то слышал. А можете расписаться? Ладно. Вот. Озона. Я... Фанада. Держи нахуй. О, спасибо большое. Да. О, ручку. Озон нахуй! Это был Озон. Озон 671 Games? На пресс-конференцию? Да нахуй. Ну посмотри,
первую часть, знаешь. Как-нибудь. Эту дрочню посмотрю, помню. Озон — это один из первых, блядь, блогеров на Ютубе. Год назад мир узнал, кто такой Озон 671 Games. Нахуй. Это я. Меня никто не уважал. Даже раньше, чем Мэдисон, у него были видосики. Меня никто не уважал. В одно время. Я подходил к людям на улице и спрашивал у них, кого вы смотрите? Кого вот вы смотрите? Мне говорили, я смотрю Мэдисона. Блядь, сука. Я смотрю Мэдисона. Я у них спрашивал, а вы смотрите Озона 671 Games? Они мне говорят, я не знаю, кто такой Озон. Я тогда говорю, сука, Озон 671 Games, нахуй. Да обзорщик, величайший обзорщик. 5 лет подряд у меня было 13 тысяч подписчиков на Ютубе. 5 лет. Меня хотели выселить из квартиры. Ну и собрал волю в кулак. Собрал волю в кулак. И показал всему миру, кто такой первый обзорщик Друси. Мэдисон? Кончен нахуй Мэдисон. Ваш Мэдисон. Трусливая шавка. Сыкло. Слился, я его вызывал целый год. Он сыкло. И сливался он точно так же, как от нашей неразрывной, величайшей обзорщикой дружбы. Я никогда тебя, дебила, своим другом не считал. Блядь, значит, это охуенно. Да. Ребят, сука. Все знают, что у вас сегодня время, я не хотел пятить, но пришло время, я готов пиздиться, но не участвовать в этом гейском пидорском боксе. Кубидеп! Ты готов? Кровавый сбор, Кубидеп! Илюк, давай пиво попьем и обсудим. Попьем! Ты засал! Так, ребята, я даю анонс. В этом городе скоро пройдет турнир по кумите. Я буду участвовать, вы все приглашены. Посмотрите на настоящих мужчин. Гандон. Озон, почему вы струсили? А разве не вы Мэдисона целый год вызывали на бой? Алло, давайте на первую полосу. Озон сыкло. Эй! Я буду драться! Так бы сказал вчерашний Озон. Но сейчас я обрел гармонию внутрь. Куда вы уходите нахуй? Ты понимаешь, этот фильм уже не это, тот Озон, который это был большой прежде. Стёб над самим этим Озоном. Сука, корыдники, блядь. Не знаю. А короче, где-то может год-полтора заходил на Твич Озона, Озон 671 Games. Озона и вот он смотрел пару человек всего. Что это нахуй значит? Это значит, домой пешком пойдешь. Пешком, блядь. Да я, блядь, с 2006 года, нахуй, фильмы снимаю, «Ярость Егора», забыли? Ярость забыли? Егора. «Ярость Егора 2», «Ярость Егора 3». Да я банок Егора выпил больше, чем все это корыто. Челочник, блядь, Озон, нахуй. Блядь, опять этот Мендельсон, нахуй, все испортил. Сука, блядь, надо же было, блядь, ему припереться. Я нахуй. 2006. Алло, Озон, здравствуй. Алло. Слушай, у меня не особо хорошие новости для тебя, для нас. После твоего трусливого поведения на пресс-конференции от нас, как бы тебе так сказать-то, отказались все спонсоры, и я не вижу перспектив дальнейшего сотрудничества с тобой, Озон. Блять, Лук, кидала ебаная, чё нахуй? Ладно, Озон, давай, пока, думаю, созвонимся когда-нибудь. Сука, школота ебаная, блять. Ох, этот нахуй Лук. Вот опять, блять, кинул Озона, блять, не уважает, тварь, в армии не служил. Сука, я уебу его, я просто, блять, уебу эту суку. Блять, Мэдисон. Фу, Озон, ты сыкло, я в тебя верил, ты меня подвел. Ты челочник, и вообще, я в тебя больше не буду верить, потому что ты такой человек. Иди отсюда, понял? Озон, прости. Я не
могу быть с тобой, потому что ты лох. Озон 671 Games? Я нахуй! Здравствуй, Озон. Я из полиции. Помнишь, мы с тобой не так давно виделись? Я так рад, что ты больше не участвуешь в поединке. Ведь кумите — это кровавый спорт. Да мне вообще похуй, как я могу и кровавый... Стой, подожди. Вот что я предлагаю. Давай ты скажешь, где проходят эти подпольные бои, и мы придем туда и задержим всех. Даже Мэдисона. А Мэдисона за что задерживать? Ну, причину мы всегда найдем, Озон. Например, какая-нибудь неудачная шутка про Коран? Нет. Озон не стукач. Озон, ты пойми, я твой главный фанат. Я смотрю тебя с 2006 года. Для того, чтобы победить в поединке кумите, нужно обладать совершенством. Восточными единоборствами. Восточными? Ремонт сделан буквально на днях, и вы видите, что потолки здесь высокие, и все, в принципе, новое, поэтому... А когда нынешние жильцы съедут отсюда? А, да. Да прямо сейчас. Восточными. О, блядь, корыдники нахуй не уважают Озона, блядь. Не уважают. О, блядь, суки, не уважают Озона. Я обзоры нахуй. С 2006 года, блядь, мой ура покажется, блядь, ох. Здорово, Гурмек. Озон 671 Games? Кто тебе дал мой адрес? Кай нахуй разница, кто мне дал твой адрес? Слушай, у меня дело есть к тебе одно. Смотри, такая блядь. Хуйня, мне одному пидору пизды нужно вломить. А мой предыдущий тренер был... Хач, и я хочу, чтобы сейчас меня тренировал Хач. Восточным единоборством. Озон, ты знаешь, что такое восточное единоборство? Тебе нужен... а не... Понимаешь? Да какая нахуй разница, я вообще вас не различаю никак. Поможешь? Твоему счастью, я в совершенстве владею кумите. Ша! Даже не шелохнулся. В тебе есть дух воина. Че это вообще сейчас нахуй было? Слушай, я бы с удовольствием тебя потренировал, но, к сожалению, у меня очень много дел. Я жду звонка от Николая Соболева. Мы сейчас пранк пойдем новый снимать. Ну давай вместе подождем все дела. Нормально, охота у меня. Слушай, заебись, стул! Я что, кожзам? Давай, Россия, давай, 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 Россия, давай, давай. Слушай, а ты это, давно ждешь-то звонка? Ну, если считать вчерашний день, то получается, так, у нас июль, ну, всего полтора года в сумме где-то. Слушай, а это так-то не дохуя? Ну, вообще, дохуя. Ладно, Азон. Пойдем тренироваться. Давай, да? Сука! Гурам, блядь, купи себе новый телефон или возьми гребаную трубку! О, хуясники, блядь! Что-то нахуй! О, почему позорное масло? Ой-ой-ой-ой, блядь! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, блядь, как больно нахуй! О, хоробники, блядь! Ой, блядь, о, что же ты делаешь, гурман, блядь? О, блядь, как больно. Ой, блядь. Ой, о. Всем, что эта слава не просто так тебе пришла. Ох, ну мы, мой бан. Пусть ты и засал,
охуели. Нихуя себе, вот это контрудар. Ты готов. Гарем, спасибо тебе за все. Удачи тебе, Озон. Единственное, а как ты найдешь подпольный турнир по кумите? А, ну это все просто. Я сейчас в Митино поеду, там Пендельсон живет. Ну, у меня есть знакомые турники, я на них повисну, ну и прослежу за ним. Это самое, слушай, у тебя в случае мелочишки на метро не будет, черт возьми? Каратник, блядь, не уважает Озона, сука. Блять, урод неблагодарный. Я его уебу, блядь. Встречу нахуй и уебу, блядь. Мандавы ебали. Извините, пожалуйста, не трогайте. Беги отсюда, сука. Да это же Озон 671 Games. Че, злишься на меня, Хайвенский? У него за грязь. Да, знаешь, как-то не очень. На самом деле, тюремный срок даже пошел мне на пользу. Там есть много веселых занятий, типа ебать мужиков и... А я вот все проебал. Вообще все. Из-за своей трусости. Трусости? И кого ж ты испугался? Никого я нахуй не боюсь. Ну, это все. Мэдисона. Мэдисона? Ну, тебе повезло. Потому что прямо сейчас я иду на подпольный турнир по кумите для того, чтобы разъебать Мэдисона и стереть его с лица земли. Можешь пойти со мной. Вопрос говно. Слышь, Хабенский, а чё ты со мной фит не запишешь, а? Фит с тобой? Ты ж меня забанил 3 года назад. А тебе не похуй, а? Тебе не похуй? Если бы уважал Озона, бля, и записал бы фит, нахуй, похуй, что забанил, бля. Ну, Озон 671 Games. МВД России. Озон, вы не должны участвовать в поединке с Мэдисоном, но кумите могут и убить. Могут и убить. Если будешь драться, как ебаный слабак, понял меня? МВД России, блядь. Хабенский, идем. А помнишь, слушай, в 15-м году у меня было столько подписоты, короче, по 300 тысяч просмотров на ролик. Был. Ну, правда, у тебя, у меня нет, конечно. Да, еще, слушай, вот эти миллионы с битцов, там эти. Ну, тоже у тебя, но... Блин, нормально было. Так, стой! Стой, ты кто? Куда? Кто я? Ты меня не узнаешь? Я Хованский. Я в списках на турнир по кумите. А-а-а, мы же давно знакомы, да. Проходи. Стой, а ты кто? Эй, блядь, клоунидзе нахуй. Я Озон 671 Games, блядь. Я вообще-то был раньше тебя на ютубе. С 2006 года, нахуй, Mail.ru. Ну-ка, Никит, посмотри-ка, есть он у нас в списках? Нету. Ну, значит, тебе, дружище, придется пройти испытание в кулак смерти. Это испытание кулак смерти. Тебе надо разбить вот эту бутылку. А нет, подожди, он с 2006 года на ютубе. Пусть-ка он разобьет вот эту бутылку. Проходи. Ну да. Окей. Зону! Пиздец, блядь. Я думал, мы типа стебанем его. Иди, блядь. Стой, 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 ст
Лук? А ты что здесь забыл? Ну-ка, решил проверить своего лучшего клиента. А как ты меня нашел? Ты что, не помнишь? Мы же тебе жучок шили, чтобы знать, где ты находишься, когда напьешься до беспамятства. Чё-то не помню такого нахуй. Ну так и я о том же. Ну чё, готов драться с Мэдисоном? С кем? С Мэдисоном? Мэдисон, да я отпишу Мэдисона. Я уничтожен нахуй. Мэдисон, он никто же, он шаг. Кто никто? Кого-то отпишешь. Кого-то уничтожишь. Я Гамазу уничтожил. А потом тебя! Отвратясь! Азон, я сам его прикончу. Хованский пёс за щеканство. Ну что у тебя на зоне в твоей петушиной хате было джакузи-то, а? С бедарками, а? Я ждал достаточно долго для того, чтобы подождать еще. Пойдем, Азон, прикончим его на ринге. Вы меня, блядь, вам только друг друга в жопу кончать, блядь. Первый бой я уже начинается. Еще одну доктора. Сегодня я рад вас всех приветствовать на подпольном турнире по кумите. У нас 8 участников, турнир будет проходить по системе плей-офф. Единственное правило, никаких правил. Это кровавый спорт! Кровавый спорт? Это как с вандамом? Да, только хуйня. Итак, первый бой. Даня Кашин. Ты там кончаешь на этих всех видеоблогеров. Это прямо. Ну хуй знает, я про этот фильм не знал даже. Кто-нибудь это видел? Камеру есть, да? Записи с камеры? Блядь, ты это видел? Ты это видел? Ты это видел? Блядь, у меня телефон разъебал, пизда. Объявляю второй бой. Озон 671 Games. И Ник Черников. Никита, лысая корыта, ты что тут забыл? Я ж тебя в предыдущий раз уебал. Это было давно, я многому научился. Погнали! Бой! Либо лучше калашки. Вспомни вертушку Николая Соболева. Thank you.
третий бой. Чемпион Московской области по кумите Илья Мэдисон дерется с... Дерется со своим славным, главным врагом, славным Дружи Обломовым. Мэдисон долго его хрисосил, знаешь? Бой! Как Облом, по-моему, сам занимает на мой стороне. Как видишь? Хрисосил, серьезно? Да, можно, можно. Но не сейчас. У меня сейчас друг там дерется, я не могу. Последний четвертьфинал. Юрий Хованский. И Crazy Mega Hell. Ничего личного, Руслан. Я просто... очень хочу отъебать Мэдисона, поэтому придется отъебать тебя. Коллабы с Лавиным мне нравилось снимать куда больше, чем с тобой. Ну теперь это дохуя личное. Бой! Бюджет 10 бутылок пива. Серьезно? Все, что я хочу,
Это отомстить Мэдисону за то, что он меня кинул. Но если ты, Озон, встанешь у меня на пути, я переступлю через тебя, не моргнув блядским глазом. Ты слышишь? Объявляем полуфинал! Озон 671 Games. Против Дани Кашина. Кто это такой? Бля, что ты говоришь «ля» вместо «бля»? Щелочник ебаный, а? У меня один ролик набирает больше подписчиков, чем все твои обзоры за 10 лет. О, сука! За обзор ты, сука, ответишь! За обзор ты ответишь! Yes. Больно сюда надо было виджелинка. Хватит! Подайте мне сюда Хавранского, пса уебанского! Я долго этого ждал. Ну что, я покажу тебе, что такое тюремный стиль, детка! Уронишь мыло, блядь, и станешь раком. Ну-ну-ну-ну. Сейчас я отомщу тебе за унижение третьего сезона Russian стендапа. Тогда тебе придется мстить всему СНГ. Хватит меня подъебывать! Хватит меня подъебывать! Хватит меня подъебывать! Я на турнике висел, блин, мудила. Озон, ты просто должен победить, ты понимаешь? Мужик, если ты его победишь, у нас будут такие рекламные заказы, ну, 1300, как у Мэдисона. Озон, 671 Games, наконец-то я тебя нашел. Ты не должен драться с Мэдисоном, он убьет тебя. У меня нет выбора. Похоже, нет выбора у меня. Ребята, взять его! Удачи тебе, Озон. Удачи. Наконец-то! Финальный бой. Илья Мэдисон
и Озон 671 Games. Ну что, Озон, снова сдриснешь, как тогда у турников? Никогда! Я уже не тот Озон, которым был прежде. Ты всегда был алкашом и обрыганом, который к тому же обозревает компьютерные игры. Когда-то и ты был таким. Довольно! Сейчас ты умрешь. Да! Когда-то были друзьями! Никогда мы не были друзьями! За что мне благодарить тебя? Ты никогда меня не пиарил! Почему? Почему ты никогда не пиарил меня? Потому что я тебе не платил деньги, как Хабенский! Потому что я не слишком хорош для тебя! Почему? Че задоебался ты? Я же попил с тобой пиво, блядь! Я же тебе тогда сказал в пивной, что я... За тебя любого порву! Я думал, мы друзья! Почему ты никогда не пиарил меня? Потому что я не пиарю своих друзей. Илья, я всегда ставил тебя на первое место в топе русских обзорщиков. А ты для меня всегда был обзорщиком номер один. Илюх, пойдем пивка попьем, что ли? Стойте! Вы должны драться! Один из вас станет чемпионом по кумите! Ты что, не понимаешь, мы потеряем все контракты, если ты не продолжишь драться. Андрей, если ты его не победишь, между нами все кончено. Озон нахуй. Каждый бой, как каждый твой обзор, вложи всю душу в этом весь озлом. Нет больше шанса у твоих врагов, но выйти и сражаться готов. Твоя судьба бороться и побеждать, пусть все враги твои дрожат. Так что смелее. Разящий твой кулак врагов сведет, пивная сила знать о себе дает. Еще удары ты не победим, народ ликует, но...
доволен. Дядя Гурам, нормально, Гурам! Сейчас досматриваю. Блять, мама! Я же просил не занимать эту линию! Ну да, вот эта шутка с раком Окафу интересно, да, прикольно, забавно. Думаешь? Так они, по-моему, выпустили видео, можно сказать, недавно. Я видел на их канале, где они вместе пранк делают. Хотя это уже высмеивали. Они решили просто узаконить эту шутку. Были избраны. Давай посмотрим участие в смертельной битве. Блять, сука. Это, наверное, самая смешная шутка, которая тут есть.